Более 200 спортсменов, тренеров, руководителей, ветеранов спорта 30 ноября собрались в Омском велотреке, чтобы подвести итоги сезона. На церемонии в торжественной обстановке наградили лучших велосипедистов региона, победителей рейтинга в разных возрастных категориях, а также их наставников. Еще в этот день были вручены благодарственные письма и памятные подарки за личный вклад в развитие велоспорта в регионе. Среди почетных гостей мероприятия – заслуженный мастер спорта, трехкратный олимпийский чемпион, президент Всероссийской федерации велосипедного спорта Вячеслав Якимов и министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц. Омский велотрек для нас является исключительным местом ближайшей перспективы развития велоспорта. И именно в Дальневосточном, в Сибирском Дальневосточном регионе. На самом деле, отсюда и до Хабаровска у нас больше нет ни одного такого сооружения прекрасного. И даже на западе страны у нас есть в Москве и в Санкт-Петербурге крытые велотреки. Но это явно недостаточно для масштабов страны, для всех желающих, которые хотели заниматься велоспортом в стране. Поэтому, безусловно, Омский велотрек – это часть нашей повседневной работы. И я вот как президент ответственно это заявляю. На будущий год у нас тоже есть определенные как бы рабочие планы. Это и создание мирового центра велоспорта. Да? Благодаря Вячеславу Владимировичу, то есть эта инициатива донесена до Международной федерации велоспорта. И мы рассматриваемся как некий такой центр, вот именно в центре России. Это продолжение линейки международных соревнований, то, что мы начали в этом году, опять же, как бы благодаря Всероссийской федерации и Вячеслава Владимировича лично. Это дальнейшая работа нашего вот инновационного центра для того, чтобы действительно выйти качественно на подготовку спортсменов высокого уровня к Олимпийским играм в Токио. Во второй части церемонии наградили гонщиков, показавших лучшие результаты в сезоне. В номинации «Мастерс», а также в возрастных категориях 13-14, 15-16 и 17-18 лет. Отметили и лучших спортсменов в направлении BMX. В Аргентине на юношеских олимпийских играх два мяча, один из них спортсмен, один тренер, в составе сборной страны завоевали первое место. И это как бы результат той плодотворной работы, которая сегодня происходит на территории Омской области. Среди юниоров 17-18 лет лучший результат года у Александра Проценко. Это какое-то очередное достижение для меня. Я думаю, что таких будет еще немало. Мы будем двигаться вперед и постараемся в следующем году, в следующей возрастной категории уже бороться за победу. Главной же интригой вечера был вопрос о победителях в номинации «Абсолютный рейтинг у женщин» и «Абсолютный рейтинг у мужчин». В итоге награду из рук трехкратного олимпийского чемпиона Вячеслава Якимова получила Анастасия Паско. На самом деле очень почетно. Как бы, я очень рада этому. Как сложился для вас этот сезон? Сезон сложился, достаточно непросто, очень непросто. Как бы, очень много тяжелых ситуаций было в этом году. Но вот вышло. В рейтинге среди мужчин лучшим стал Евгений Калмыков. Второй год подряд он большим трудом и упорством по праву завоевывает почетное звание лидера. Большая мотивация, что хочется продвинуть свой регион все-таки на вот эту мировую арену, чтобы приблизиться к Москве, Питере, а то раньше все Питер, да, Москва, Тула, а Омск был как-то позади, и хочется все-таки свой регион продвинуть и поставить в этот пьедестал, так сказать, российского велоспорта. Свой подарок также получил дюшор номер 8 имени Владимира Соколова. Директору спортшколы Николаю Николаеву вручили 27 трековых велосипедов и велосипедную экипировку от российского предпринимателя Олега Тинькова. Желаем омским спортсменам в следующем сезоне улучшать свои результаты, осваивать новые дисциплины, покорять новые дистанции и радовать нас яркими победами.